Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Мы продолжаем проходить солдата удачи. Что там? Да, господи. А, вот, охуенная фраза, грозный вход. Да, вот я тоже помню. В детстве играли, когда типа, о, грозный вход, что это значит? Так, жаль. О, мое, забрал, все, никому не дал. Так, а это же новый уровень, да? Так. У нас есть незнакомый человек, никто не заходит в этот лифт. Так точно. У нас есть незнакомый, так точно. Так, мы сейчас такой, опа, да, отлично, все, сохранёшка прошла. Бля, вы серьезно? Чё, блядь? Блядь, то она сама собой открывается, то надо ее разбить. Теперь надо было нажать на S почему-то. Сами, смотрю, не очень впечатлились, ну давай. Внимание, внимание! Эвакуация из секции 18 через 24. Огонь происходит через вторую систему. Эвакуация немедленно. Правильно, литература. Литература и русский язык. А, второму похуй, да, смотри. Это стоит, да, все заебись. Ну подумаешь, моего товарища напротив меня убили. У нас такое каждый день просто происходит, поэтому почему тут удивляться? Сейчас даже. Не, это откройся, дверь, я вот так встану. А? Ну ты серьезно? Ну что это? Вы видели, ну что это? Стой или стреляй буду, а сам мне стреляю. А, конечно, все, я уже встал, остановился, ничего не делал. Так, там есть что-то полезное? Ох, мое. Там я почти полный, но неважно. Спасибо, мужик. О, все мое. Дробовичок, да. Срочно заведи дробовичок. Так, спасибо. Так, стоять. Другое дело. Угу. Поехали. Чё? Weapons first, чё-то. Блять, чё там было написано? You can't carry any more weapons. You need to drop some of your weapons. А какой? А, ну я говорю же, он не хочет его подбирать. Ну хорошо, давай я, допустим, выкину пистик. Возможно, он пистик, вместо пистика хочет его взять. Нет, окей, так. Давай подряд выкидывать. Надеюсь, не дробовичок, потому что дробовичок, блять, его нельзя выкидывать. Ну, все, он пропал, да? То есть я говорю, видишь, он не может его взять, то есть в этом дело, все. А, точно, мы же вначале это берем, помните, мы заполняем эти ячейки. То есть кнопок-то у меня дохуя, но взять-то он может только определенное количество стволов. Так, давайте там мы реально возьмем. Что у меня там сейчас? 4? Вот у меня 4. И 4 мы его возьмем, вот так вот нахуй выкинем вообще. Да в смысле? I need to drop. Я ничего не понял, почему я опять need to drop? Окей, давай. Так. Все, хватит тебе?
ебанулся. Так, снайперку теперь не может взять, да? Что я могу вытянуть вместо снайперки? Слушай, чувак, возьми, выкинь пистик и возьми снайперку, пожалуйста. А, то есть она все. То есть там типа для здорового оружия, то есть, допустим, сейчас выкину дробовик, да? Я смогу здесь нет. Да! А, нихуя себе! Система, блядь! Ладно, дробовичок, потому что меня извини, я тебя пока выкину, хочу побегать вот с этой. На какой кнопке? 5. 6. 6, все, отлично. Патронов кинуть. Да, супер, я же говорю. Вы с ним уже побег, блядь, наконец-то разобрались. Так, ну секундочку. Ты серьезно, он с ними ничего не делает? Ну и ладно. Вот нихуя себе она жарит. Ну что, прям классно. У той, видимо, разброс большой, а это нет. Ага, пушку, да? Так, пятерочка. Пятерочка выручает. Я же в него не попал, вроде. Он сам решил самоубийца, серьезно? Ну ладно, что. Кто я такой, чтобы... Хозяин барин, как говорится. Да блять! Да, тем более все с ними ходят. Сейчас не понял. Секундочку. А, ничего. Ты видал, что она делает? Она жарит. Не надо включать тревогу, вы заебали. Включи тревогу. Да? Ты серьезно? Да, к счастью, она просто все-таки вылетает. А этот вертолет реально сам об стену убивается. Я сейчас стоял, ничего не делал. Ну, это баба, как всегда, с этими... Как это называется? С пистолетами, пулеметами, как всегда, самые живучие, блин. Так, давай сохранимся по-быстренькому. Сейф, new сейф. Надо лучше на новый сейф каждый раз, пизду. Место он, считай, вообще не занимает. И, по-моему, если новые пушки приносить после задания, то он, соответственно, эти новые пушки можно будет потом и брать на само задание. То есть, по-моему, откроются. По-моему. Возможно, я что-то путаю. Хера я сюда лазу. Ну, типа... Электростанция номер СДЖ нуждается в пожарниках. Повторяю, электростанция СЖНД нуждается в пожарниках. Ну, раз нуждается, надо, конечно, бы отправить. Control panel access only. Хорошо. Где? Который из них? Что там, стой, грозный вход в зоне 4. Че? А какая access панель?
Нихуя себе. А прям по сюжету так надо, потому что не помню. Ну, судя по пацанам, которые на меня лезут, да. Ну, пожалуй, вместо Desert Eagle я буду теперь ее брать, если позволит игра. Desert Eagle, конечно, прикольно. Опять же, как Фалфей лечилка. Ты в петку, ну ты в петку. Ой, да ты заебал, серьезно, пошел ты нахуй. Ты заебал. Все, не опуй тебе эти. Бля, у меня патроны закончились, да как так-то? Что? Сука. Блять, я думал опять нахуй еще зависло. Ну не зависло, в смысле, что я в бак попал и пиздец, как говорится. I'm coming. Охуенно, пацаны, вы дверь вскрыли. Просто просто по-царски, блядь. 6. Перезарядочка. И 7. Больница. Прям в больницу что-нибудь. Я хочу с ними спинок выбрать. На. Must have knocked out the generators. Gotta get them back up. Когда упал вертолет, наверное, генераторы нахуй засбоили, надо теперь их назад вернуть. Да, у меня полная печка, хорошо. И здоровье полное, писать какое совпадение. Бля, я писал, сколько там было времени. Сейчас, подожди, я писал себе сколько вырезать. Примерно 8 минут. Ну, теперь можно это перестреливаться. А, хули нет! Ладно. Да ты говна, ты все! Живой он еще, пиздец! Совсем уже уху ели. Так. Что тут у нас? Опять? Еба, как темно-то. One more to go. Zero more to go. А, ну и теперь надо, соответственно, вернуться назад, да, логично. Бля, их так пафосно показывают, как будто такие мега какие-то крутые прокачанные черти. А ты куда вышел? Бля! Уйди. Реально, куда-то я вышел. Сейчас мог тупо назад пойти. Оу. Ну тебя нахер. Ба! Ну так тоже сойдет. Не. А, да, это больница. Чё началось-то, ёбаный в рот? Какого хуя? Какого хуя, ёб твою мать? Чё ты на третьей серии вдруг решила влетать? Да-да-да, гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу, Power Rangers. Ой, да, в смысле, загрузить. А где я сохранялся?
Кто помнит? Я не помню. Если ты можешь свои какие-то сделать настройки, вот так. Сейчас, это вот тут, вот тут, вот тут. Каким бы это странным кому не показалось, мне это категорически не нравится. Отлично. Однако, это было неприятно. Так, что там у нас? Так, а тут что? Тут ничего. Так, ну сохраняшек у меня, по-моему, больше не осталось. Никогда сейчас генератор отключим, то сохранимся еще раз. Вот, один остался. Все. Так, а если просто назад что-то это. Я же могу, по идее, так. Я здесь спрыгивал с моста, да. Очень смотрю. Это наоборот по сюжету так надо было идти. Не, ну хорошо. Я все забрал. Так, ладно. Сейчас будет потихонечку, не торопясь. Возможно, я слишком быстро бегу вперед или что-то еще. Ну просто игра старая, в конце концов, что я. Да нихуя тебе в голову сколько раз выстрелить надо. Я же как-то из-за угла, я надо в стену что-то попадаю. Он идет вниз. Мы вас поймали. Мы вас поймали. В субтитрах мы его типа, ну типа предоставьте его нам. Мы его доставим и так далее. Мы вас поймали. Я думаю, он перепутали поймали. Ну, видимо, должно было, чтобы мы вас поняли, но почему-то. Ну, для трэша говорю. Свой пистолет. Бля, как он хорош. Как же он хорош. Это Джон Мильнес. Мильнес. Тут доктора уже далеко не такие мирные, как были в первой. Части, хотел сказать, совсем уж ёкнулся. А, всё. Нога зачесалась. Так, наверное, мне сюда. То есть, по идее, есть, я так понимаю, автосохрани... Автосохранение в начале уровня. Витар откуда тут высрался. Ну в этот раз гранатка хорошо сработала.
Ну, окей. Раз как некоторые стоят уже такие, просто, ну, типа, если я прикину шлангом, возможно, он меня не убьет. Че, все? Окей. Че, нахер? Так, ну, ладно. Тоже ладно, на какой хер мы туда ходить. Я там уже был и все видел. Так, окей, давайте мы по-быстренькому не сейвнемся. Да капец, тут аптечек, я не трачу сколько здоровья. И как раз те моменты, когда аптечки прям нужны, а их нихуя нету. Когда они нахер не сдались, раз они их подкидывают прям. Вас понял. А что делать? Так, стопа, стопа. Зачем мы сюда спрыгнем? А. Ладно. Та дверь почему-то открывается, это не открывается. Ну что ж. Наверное, да, выстрелили, тут пиздец, ну сейчас, ну вообще, ну, блять, у меня здоровье полная, броня полная. Чё, weapons first, а чё? А, пистик, не, ну уж извините, обычный пистик я брать не буду. Ну да, из Вольфенштейна, ну типа, уй, уууу. Мужик, уйди, а, не позорься. Так. Как все происходит, какой экшен, какой движ. Ну ты дверь-то открой для начала, дурак. Сохраняй в себе тревогу. Я не очень раз что он сказал, но потому что сохраняй в себе тревогу. Типа всегда будь настороже, всегда ко всему относись подозрительно. Чуть что сразу, ну сука, я блять ждал чего-то подобного. Все. Че и нахуя? А, нет, не сюда. Да-да-да, давай, ты дружку. Уйди. Так, а че? Че ты будешь делать? Мы с тобой сидим здесь. Все, пушку я забрал. Сиди тут. Так, во-первых. Даже мне нужен броник. А ты что-нибудь скажешь? Я ничего-то не знаю, но прошу же вас, но умоляю же вас. Ну мы ж ни в чем, не виноваты. Блять, он так трогательно ждал, чтобы... Пуск... А, блять, мужик, извини. Он так трогательно ждал, чтобы по скрипту склеить ласты вообще. Нахуя что-то открыл, какой-то газ открыл, покашу. Непонятно. Залезь ты, что ж ты, на, о, ой, нихуя себе я вытворяю, не-не-не, блядь, ну Джон Миллер слишком хорош. Бульё! Возможно, тут газ где-то был в трубах. Ау! А, ну понятно, они подчищают следы, убивают ученых.
что вы хотите-то, ну? Главное, почаще. Ну что вы хотите-то, ну, ну боже, что вы хотите за такие деньги? Ой, господи. Ни за что! Джона Мильнюса еще никто не останавливал. Да, пацаны, валите отсюда. Лучше валите нахуй. Стоим бы. Да, время уже 7:30 вечера, нахуй. Так, New Save Game, да. Поехали. Сейчас мы оба прокосили, конечно. Так, а что там у меня? Ну, в принципе, можно. Не знаю. Доволен? Доигрался? Дуралей. It's a final countdown. Да-да-да-да. 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 Да-да-да-да-да. Так, что тут можно что-то? Видимо, нет, валим. Ах! Тихо. А? Да, блядь. 30 секунд. Да нормально, никак, никаких 30 секунд, все. Да. Тебе паспорт показать, что это такое. Там написано, смерть твоя пришла, блядь, с косой. Вот куда я вот. Да. Вот ты такой. Так, пацаны, ну вас нахер. Я поехал отсюда, все. I'm John Mills, motherfucker! Это не самый умный парень, поэтому... Yeah, ну да, это должна быть боеголовка куда-то улететь, куда-то прилететь, куда-то упасть, что-то взорвать, а теперь опа, и все. Мне кажется, это даже можно на превьюшечку взять примерно 20 минут. Примерно 20 минут вторая. Так, это вычеркнуть. Это у нас 20 минут. Как-то так. А, 20 минут, в смысле, второй файл. Опять же, почитайте, если хотите. А, теперь, что у нас тут есть? Да, он у нас есть. Он сколько занимает? А, он занимает 2. Это типа большая пушка считается, поэтому. Ладно, на чем. Ну окей, мы берем его, мы берем дробыш. И что-то получается одинарное только остается. Это уже не влезает. Да? Ну бля, дробыш слишком хорош. Нет, я дробыш, снайперку. Это тоже двойной считается, да? Дай только дробыш, остальное посмотрим уже по ходу. Так, броня, гранаты. Пусть C4. Оставим просто пустое место, пускай. Чем за это все забивать? он хорош этот пистолет-пулемет, но ну, УЗИ, грубо говоря. Но что ты как-то... Багдад. Где ты, Багдад? Еба какая. Ля какая. Тун 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 тун. Так, сейчас, ой, как почешу нас. Ну, может, не почешу. Так, а дробовичок. Сколько у меня? Чуть маловато у нас. Давай.
Хуя себе тут было за ним. Так, что, ну-ка, будешь что-нибудь с ним делать? Да он с половиной оружия не делает. Чё, так, ну перезарядочка, не надо. Так, а, на броня как раз полная. Блин. В принципе-то... Смотри, может вот так. И теперь должно хватить. Так. Угу. Во. Вот уже теперь получше. Так, теперь получается... так. Шотган. Вот этот. И вот этот. Нормально. Я и забыл про это дело. В принципе, эта пушка большая нужна по большому счету, но только для них же самих. Чё ты сказал? Да, это она была. Воу-воу-воу! Ладно, есть. Окей, 7. Чё, подрочить, что я сюда пришёл? Пиздец. Так. Я, по-моему, что-то очень неправильное делаю в порядке этого. Ну да ладно. Да, если у меня, видите, уже снайперку положить некуда, но... Ну давай. Так, я думаю, можно сделать вот что. У меня вроде нет такой крутой брони, а я гораздо... А я гораздо больше переношу. Ты что там по дробовичку? Да, блядь! Здесь такая вот локация, да, что они здесь респятся просто и все. Так, нам пока заказ тут дверь. Сейчас, секунду. Надо остальное прогуглить, естественно, как обычно. Ну, заебись.
Значит, ни малейших сомнений, куда идти дальше у нас нет. О! John, there's no time to waste. Так. General Amu's military base is adjacent to an airfield. What do you think Lightfoot's getting on a plane? If it takes off, we may not find it before it is detonated in downtown New York. Where's the disguise? It's in there. Stay clear of people and don't draw your weapons. You should be fine. Серьезно, там идти не надо. Escape up the ladder to the roof. Про какую-то говорил маскировку. Какая маскировка? Здесь стелс миссии же вообще нет. А, реально нет? А мне куда? Секундочку. А идти-то куда? Типа да, он выдал какую-то маскировку. Ну, по-моему, там через крышу что-то надо было. Так, здесь я переоделся. Окей, давай сюда. Да. Да, типа они все еще ломятся в дверь. Но, к сожалению, уже... Прикольно, я еще забыл про это дело. Здорово, пацаны. О! Окей, если что, кого-нибудь из вас на превьюшечку... Пацаны... А как я к вам пролез? В пизду этот стелс. Упс. Я этот стелс в гробу видел, в белых тапках. Так, что же за женщина? Я видел заставки. Ты просто была заставочная женщина, да? Ну ладно. Я, может, связной, знаешь, какая. Да ёб твою мать! Ты выглядел как Альберт, блядь, ты выглядишь как Альберт Вескер, вот он реально бегал, вот, белый, бля! Ты охуел, нет? Как же, 9-0. Знаете, вы всем уже дебанулся. Ах ты ж, ёб твою мать! А тебе попы, да? Не, ну как бы ладно. Кто я такой в конце концов? Блять. Просто портрет Хусейна на улице во весь рост. Бля, даже последнюю даже зря кидану. Так, секундочку, у меня там же есть, по-моему, да? Нету! Не, ну раз у меня нету, значит надо сделать вот так. Охуеть! Ну ты видал, да, блядь? Они распавнили врага там, где буквально секунду назад не было никого нахуй. Просто, блядь, никого нахуй там не... Ух ты, сука, как же это бесит. Мирушка, ты... Ненавижу, сука, когда так в играх делают. Простите. Тут я тоже помню, что блуждал. Вахав Аму,
Все же отсюда пришел. Чего? Где тут был вообще? Да ёб. Ну да, я тут был. Бля, ты не говоришь, что надо обязательно в стелсе проходить? Ну, по-моему, нет, я вообще не попусту. Я стелс потому и не помню, что я, типа, не проходил никогда здесь по стелсу. Но тоже здесь постоянно респились враги, и я купил, что делать не знал, это я понял. Ебать. Так. Да, вот это вот загрузим, чтобы здоровье побольше было. Чё-то я это... Что-то я это не того. Так, я сейчас где? Что вообще происходит? Так, выключаем. У меня этого нету. Мы такие, значит, раз. Давайте попробуем чисто по стелсу. Не, когда уже знаешь, куда чего, изгорается быстрее. Прикольно. В конце концов, игра предлагает стелс, давайте попробуем. Причем не просто стелс, а социальный стелс. Здорово, мужик. Ну, бля, хотя нет, так, конечно, вот так ты не похож на Альберта Вескера. Но как там быстро промелькнуло, что-то белое на голове, темное, как очки. Я думаю, блядь, Альберт Вескер, пиздец, надо стрелять срочно. Здорово, пацаны. Бля, слушайте. Ну-ка, посмотрите в камеру, О. О, хорошо, да. Сейчас еще разок мы сделаем. Ладно, пацаны, да, повернись сюда еще. Вот так. Повернись сюда голову. Оп, все, красавцы. Вакфуна, ла тахаррак. Урсиня уйта. Амель ли бакулу. Не, не надо бы хватило, конечно. Это все? Все? А куда идти-то, ёб твою мать? Я нихуя не понимаю. По голове, блядь. О, харим. Дай хуй с тобой. Мухарим. Да-да. Аллах халим. Мужик, открой дверь. Ну, открой, дай их убьем просто. Да хорош, откройте нахуй. Ну, извини, я сделал все, что мог. Видишь, я хотел сдаться добровольно, но у вас закрыто. Ты... Серьезно? Нихуя себе. Десантура. Израильская десантура. Легче. Извините, я, если что, если я что-то ошибся. Извините, если хуйню сейчас спорол. А, ну вот эта дверь, окей. В какой-то раз я проходил, тоже вышел в нее, как-то вернулся, черт куда. Упс.
Бля, хуйня, дробовики-то будут, ёб вашу мать, или нет? Дробовики-то надо. Хотя, ладно, пусть там в том дворе. Ну, извини. Я не хотел. Серьезно. Минус один. Минус второй. Минус третий. И минус последний. Не, мужик, извините, вот так вот, ладно? Ты уж не обижайся. Что-то как лоха ножичком. Хотя можешь обижаться, в принципе, похуй, ты же лох! Ха-ха-ха! Извините. А ты, да, ты не бойся. Я мирных только если вы случайно выбегаете, могу попасть. Чё? Блять, нихуя себе ульти... я не сохранялся, да? Нихуя себе у него альтернативный огонь на ребушке. Ну, потому что как бы есть не у всего оружие. Вот видишь, вот. Трагическое стечение обстоятельств, ничего не попадет. Что за хуйня? Спасибо. Такой любезный патрон. Лучше бы ты дробовика мне патронов принес. Знаете, по яичишкам. Все, я тебе не собираюсь чувствовать. Да бар! Но опять же, прикольно, даже при всей клюкве и прочего ощущается, что ты в разных регионах. Они все на своем языке говорят там прочее. Классно. Ебатый дерзкий. Как пуля резкий. Абухабали из дамасской стали. Не-не-не. Ну и ладно. Нихуя себе у тебя пистолет, блядь! Ты видал, он у него выстрел, на куски разорвало вообще. А можно мне такой же пистолет? Да... Ах ты ж... Ой, блядь! Ой, мужик, извини. А только чтобы это именно пистолет был. Не из двух слотов, не из трех, а чтобы однослотовый пистолет. Чтоб-то выстрелы все умерли. Так, а чё, куда идти-то? Ой, бля, как вы заебали. А-а-а! Ты вообще... А, извини. Вот иногда есть функция типа... Воу! Что ты можешь не добивать врага. Но прикол в том, что, видите, иногда есть секции, когда ты не добиваешь врага, то тебя дальше не пропускают. А C4 у меня полная. Вот это не полное, это мне нужно. Так, где тут у нас? О, даже две. Замечательно, все. Двигаться, жахнем. Да пошли. Так, 41 минута, это уже, значит, 48 где-то. Все, сейчас нам будет заканчивать на этом. 7 часов вечера. Сейчас как потянусь еще. Еще слаще потянусь. Там где-то прикольный уровень, тоже будет прикольный момент. Я вот тоже отдельным роликом своё время... You scared the crap out of me, Hawk. Enjoy the trip? It was long. Lightfoot is on a truck just inside the bunker. Alright, see you on the inside. Увидимся внутри. Ладно, все. Увидимся тоже внутри. Все ссылки в описании. Проходите, подписывайтесь на канал, на Телеграм. Подпишись обязательно. Подпишись на Телеграм. Все ссылки, все дела, все это прочее, все в описании. Можешь помочь материально. Плейлист тоже там. Вот, все. Всем всего доброго, хороших игр. Всем пока. До встречи в следующей серии.